Просто расскажи, что тебе сегодня понравилось, что было интересно, что было сложно, что было. Сложного не было ничего, было интересный момент, когда мы вспоминали про частицы именные и местоимения. Вот. Что еще? Какие эмоции, может быть, какие-то были, может быть, что-то захотелось Ну, сделать дома? заинтересованность, заинтересованность. Может, захотелось что-то сделать после урока? Да нет, не особо, честно говоря. Ну ладно. Самое главное, не забывай делать простые домашние уроки, я тебе по Дуолингу задаю, и чтобы не терять тонус, так скажем. Ну Вот. да. И практикуй, радуй маму своими японскими словечками на утро, на вечер и так далее. Ну ладно. Спасибо. Хорошего дня, чтобы все получалось. Как мы прощаемся? Сайнра, матане. Матане, джане.